Это же его коронная фраза. Что? Кто? Где? Ну, до него еще говорили очень много. Но столько, сколько... Веков. Но столько, сколько он эту фразу говорил, то она уже как бы стала его... Не знаю, ничего не читал. Старик-то всесяйному рабра Богу чтяше. Что это означает? Да вот не помню, потому что как-то вот непонятно тогда, ты объяснил мне. Ну что, что-то там с чтением вот связано, как бы вот. Что-то вот такое. То есть, считывание там. То есть мы читаем священный текст, и мы с этим текстом сонастраиваемся для того, чтобы осознать, осмыслить и направиться к тому великому, кто описан. Шану бельце дзяшем. Ну, я только разумею шану. Что такое бельце? Не знаю. Великую, большую. Ну можно ж было догадаться, ну включай мозги. Ну я думав, зараз скажу якусь фігню, а ты скажешь. Говори лучше фигню, чем ничего. Самая страшная фигня — это отсутствие. Что такое дзяшем? Тут. Почему тут? Ну вот, ляпнул фигню. Почему тут? С дзяшем. С дзяшем. Ну, здесь вот такая у меня цепочка. Имеется в виду, начинаем создавать, как бы творим во славу этих наименованных богов. Дальше. Витра, витра, витрамха. Какое значение этого? Ну, розбиваючий ра, не знаю. Чего-чего? Ну, щось розповсюджуючий ра. Не просто щось. Вид — это жизнетворящая божественная сила ра. И ра как святой всепобеждающий. Ну а что это за жизнетворящая сила? Куча этих жизнетворящих сил, и что они, ну... Идем так. Витра, витра, витрамха. Какая здесь образная суть? Ну что мы как будто приближаемся, не знаю, ну хотя как приближаемся, ну приближаемся. Ну смотри, первая витра, витра, витрамха. То есть она раз, это жизненная сила как бы раз, ну распространяется, еще больше распространяется. Дзаяна. Джерело сведомости. Аум расай атем. Початок рад сяючого темного. Сай атем. Сяючого і темного. Хепра, хепра, се права. Не знаю, ну що. Думка ра. Це прав. Хорошо. Прозрящая зрящ. Той, кто прозрів, хай бачить. Ну да, но здесь не просто так, а идея, что тот, кто как бы пытается вглянуться в ведические знания, в древнюю мудрость, вот он зрящ. А тот, кто слеп к этому, он просто слепень. Дальше слова «ослепша», «слепень». «Ксибхара». Ну, как бы,
Князь, дух, богів, Ра. Ксенджа. Ну, дух джерела, дух джерело, навіть так. Дух, з якого, ну, який є джерелом всього. Не є навіє. Не є, ну, навієм. Не, ну, не є новим. Точно не є новим. А як це перевірити? Що? Що не є новим. А як все інше перевірити? То, що цей дзвонок дзвонить, взяти позвонить, к примеру. А що іменно ти маєш в виду все інше? А що ти маєш на базі перевірити не є новим? Ну, філософська перевірка цього смислу. Ну, не знаю, що... Ну, типу, якщо все... Було до наступного моменту, а рай є джерелом всього. До якого наступного моменту? То як воно може бути новим, а? До якого наступного моменту? Ну, нове — це те, що виникає... Ну, я не знаю, я не розумію, не зовсім розумію, що ти маєш на увазі своїм запитанням. То, що Всевишній є творцем і правителем духовного міра, и он уже никак не может быть новым, не то что по отношению к материальному, а даже, вернее, не то что в материальном мире, а даже по отношению к материальному миру. То есть для него существование материального мира это... А как это проверить? Ну, это подтверждается ведическими текстами, медитациями тех, кто медитирует и так далее. Не є новий. Не є нічим. Не є не. Не знаю, ти мені сказав осмисляти, я не осмислив. Для цього потрібно вичитати Аум Арасію. Ракси іскра, аркси іксар. Ра, дух, іскра. Іскра, дух, ксар. Ну, да, і не зовсім. Ра, дух, цар мироздання, порождає іскр. Іскри – це ар, то есть противоположности ра, которые ну, также должны быть некими как князьями, аркси, по отношению к каким-то уже более мелким образованиям. И, соответственно, что лучшие из них классифицируются термином ксар, то есть правители, цари. Рам Радхе. Не знаю. Как не знаешь? Не верю. Рам Аратхи? Конечно. Не знаю. Не верю. Знаешь ты? Рам — это кто такой? Рам. Аратхи — это кто такая? Ну как же ты не знаешь, когда знаешь? Как зовут силу и славу Ра? Рада. И? Ну, еще куча у нее имен в разных ипостасях. Конечно. Все это нужно тоже изучать. Иначе буду пытать. Ну, вот дальше. Начнем с того. Ленгабха Алве Ат Арху Ара. Ничего не понял. Как? Ленгабха Алве Ат Арху Ара.
не прояснилось. Ренга, Бха. Ну что, щось там богів, ну я не знаю, що. Що, Лінга? Ну що, думка, я не знаю. Алве, Ад, Арху, Ара.